Prieš daug, daug metų žmona mane pasiuntė į skalbyklą. Aš pirmą kartą gyvenime nuvažiavau į skalbyklą Karoliniškėse ir nepasigailėjau. Įsivaizduokit, atvažiuoju į skalbyklą, ant skalbyklos durų kabo lapelis popieriaus, o ten parašyta. Aš skaitau, kas ten parašyta, aš savo akimis netikiu, kas ten aš skaitau, ant lapelio parašyta, įsivaizduokit. Неописанное белье не принимаем. Аж ужину и та скальбикла. И сакал той приемей, и сакал. Сакал, это почему вы неописанное белье не принимаете? Ой, не манта покиплешишка и сакал. А потому что у нас некому его описывать. Аж сакал, а вы тут на что? Ой, не манта сакал. А я одна с таким количеством белья не справляюсь. Аж сакал, а мне что делать? Ой, не манта сакал. А вы садитесь тут и описывайте. Аж сакал, что? Прямо при вас? И не сакал, подумаешь, все при мне могут, а вы не можете. Аж сакал, а у меня самописка испортилась. Ой, не сакал, а что, чернила кончились? А ну-ка вынимайте, будем заправлять.